Здравия! Приехали мы в Ленинграде, встретились с Эйсом. Я думаю, это была 105-я статья. Ну, мы не встретились. Встретились на ринге. И за подготовку к бою благодарю президента Международной Федерации Бокса Кремлёва Умар Назаровича. И обращаюсь к великому промоутеру Владимиру Хренову. Владимир, хватит давать мне недодальственных пижонов. Я знаю, вы можете. Дайте настоящего Тайсона.